сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не обмать, уж не Субтитры сделал DimaTorzok.
Oh.
Yeah.
Спасибо. Не горевал. О,
Языка, освященного гениями величайших авторов нашей литературы и, собственно говоря, нашей к этому языку любовью, поскольку стихи, которые звучат в сегодняшней программе, мы, слава Богу, перечитываем, не только встречаемся с ними в концертных залах, но и сами можем открыть любимые томики стихов и всегда хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко душой подлечиться, внимая этим чудесным словам, как вот было и в тексте Александра Сергеевича Пушкина в последнем романсе, который завершил первое отделение концерта. После антракта мы увидимся снова. До встречи. Спасибо.